А, ну да, мы там же подплывали. Да, тем более мимо же проплываем все равно. Что-то там, не знаю, что-то косит. Да что-то вообще, да, кстати, нет шторма. Это раз шторм. Я на Волгу хожу, такая погода постоянно. Всем привет, с вами канал Артмания. Женька, здоровайся. Вышли мы в город, я спала, Женька меня, кажется, охранял. Не пошел, обычно он сбегает. Как так и город какой-нибудь может сбежать, а он охранял. Как ты охранял, покажи. Так я тебе показала, как надо. Покажи, как надо, тебе показал. Неправильно. Вышли мы, короче, в магазин, потому что Женя не наедается у нас. Ну ты же мужчина, я там порции вообще маленькие фотографии делаю, они будут в Инстаграме. Вот, мы уже часа три стоим, короче, 5 или 6 часов мы будем стоять. Потому что должны были мы заехать в другой город, как он там, Булгары. Булгары, да. Но нас не приняли, потому что шторм. Видишь, какая, блин, заброшенная, мне не нравится. Начало указаний так странно все. Ну, у нас сегодня будет ночная экскурсия. Еще. Там фонтаны всякие. Вот я думаю, сюда еще зайти. Может, тут свой найдешь, что-то линзу свою. Да, я сюда зайду. Вместе, а то ты убежишь. А, пиво я хотела. Брови позволяем. Че тебе? Вазу, тарелку хочешь? Я сладок не хочу. Чаки. А, там же магазин, по-моему, был большой. А мне не дадут, тебе надо притащить. Ну, у меня же 18 нету. Ты магазин, что ли, идешь напрямую? Да вон сейчас зайдем, снимай. Женька, привет. Сходили в мой магазин. Женька не наедается, купил бананы себе. Не знаю, ты по одному банану будешь есть каждый вечер и будешь сытый, да? Я сегодня 3 от себя два. Ах, ты 3, а мне... А что ты сразу не накупил побольше-то? Вдруг в следующем году... А, в этом году... Ну ладно, не суть дела. Купила себе журналы. Ты сказали шитьё. Я люблю уже, начинаю любить шить. Бурда. Вот, 185. И купила себе Лизу. Что-то, кстати, он довольно тоненький. Все равно. Журнал там всякая всячина. Иногда полежать, посмотреть, потому что на улице очень-очень холодно. Ну, и купила себе пивка немножко. Так как я выспалась, уснула, короче, я очень холодно, не пошла. Ветрено, вы видели, насколько ветрено, очень-очень холодно. Вечером у нас экскурсия, слава богу, она в автобусе. Здесь-то окошко сзади меня. Не могла долго согреться. Опа, Женька попал в кадр. Журнальчики, давай посмотрим, что это у нас. Че? Бурда. Бурда. А, тут как шить, смотри, вон. Ну, что ты мне его вот раскрыл? Ба! Шить будешь? Да он вообще, он какой. Я думал, чуть-чуть шитья, а ну, хотя, в принципе, есть сам. Ну, сколько тут шитья? Сам журнал-то вот есть. Нашьёв уж. Вот сколько нашьёшь. Я думала, больше мода как-то там и шитьё. Я попросила же ее мода, чтобы там какие сейчас тренды интересные пошли. Телевизор мне не смотреть некогда. Так на улице то, что видишь. Ну что ты мне все показываешь? Ну, я не тебе показываю, я сам смотрю. Что здесь ты-то? Я сам смотрю. Ну, какие тут, видишь? Все. Видеообзор журнала Женька показывает. Вот рубашку мне такую шашлёт. Синяя. Так ты можешь проще купить такую. И синюю. Шорты. И шорты ты можешь шорты. Купить. Шьют наоборот такое, которое нельзя купить. Которое найти надо. Особенно девушкам. Ладно, короче, тут одно шитье. Взял и все показал. Интересные. Тут что у нас? Что тут? Доверяй, но проверяй. Что там? Да что-то знает. Как правильно выстраивать отношения с дочерью подростком. Да. Ну, прошлый был с мужчиной.
Теперь дочь, а следующий будет с бабушкой. А с мамой, потом бабушкой. Ну, тут хавчик. Вот, сегодня, кстати, еще была на мастер-классе. Акварельная. Господи, как она называлась-то? Да что-то. А вот, а нет, это завтра шоколадная. А сегодня. А, шерстяная акварель. 300 рублей стоил. Вот. Пришла, нас было очень много. Мне почти что с трудом досталась рамка. Вовремя я еще пришла, искала долго. Вот. И мы вот так вот валяли. Тут Хабенск. Вот такая она красивая. Жалко, что ее стеклом еще придавили. Так она была очень объемная и хотелось какой-то квадратный, прям. Да, квадратный, прямоугольный такой купол на нее одеть и залить какой-нибудь такой жидкостью, чтобы она не сломалась. Вот. И так, в принципе, ничего. Тут линия ровно совсем легла. Ну, ее можно открыть, добавить что-нибудь. Да, это, кстати, у меня маки. Не тюльпаны, не астры. У нас дела. Беспорядок творческий. Вот, класть некуда. Шкафчика особо нету. Есть холодильник. Есть такая вот. Ну, здесь толком. Я так только свою он разложила, только вот такая вот. Есть полочка и все. Больше нет, как на том теплоходе нету. Ну и тут наверху только одежда. А тут все полностью вешалка. Вот, и холодильник. Ну и, конечно, Женька. Тебе нравится тут, Ренька? Да? Да как ты меня охраняла-то, я спала сейчас? Я спал, да. Как? Ну, я просто вот так. А ты же книгу держал? С ружьем. Нет. А ружье ты где взял? На ресепшн, что ли? На ресепшн отдал. Кому? На ресепшн. Хорошо, ты врешь так. Лапшу на уши вешаешь. Вроде лапшу ел я сегодня, а не ты. Хотел, чтобы тебя на уши повесил, а ты съел. Да что это? Ладно, дай почитаю. Бегу озеро Кабан, которое сейчас у нас по правую руку. Озеро очень большое, самое большое не только в городе, но и в республике. Его площадь составляет 170 гектаров. И также по правую руку от нас мы с вами сейчас проезжаем наш театр Беляскара Камала. Это наш татарский национальный театр. Современное здание театра построено в 1986 году. И прямо из озера Кабан по правую руку от нас бьет самый большой наш казанский фонтан. Высота центральной струи иногда достигает 25 метров. И мы сейчас с вами движемся и с улицы Татарстан переезжаем на улицу Александра Сергеевича Пушкина. А по правую руку от нас сквер Габдулы Тукаев, которым мы станем, потому что именно он является родоначальником такого понятия, как татарская лирическая поэзия. И сейчас мы с вами пересекаем одну из центральных площадей нашего города, площадь Кольцо, которая получила свое название из-за кольцевой трамвайной развязки, которая здесь была еще в начале прошлого века. А первые казанские трамваи появились на улицах нашего города еще в 1875 году. И чуть попозже мы с вами будем проезжать музей казанского трамвая под открытым небом. И вы сможете посмотреть на эти самые наши вагончики и на двухэтажный корпус, который, собственно, и начинался с истории казанского трамвая. Начал возрождаться мужской монастырь. Обращаю ваше внимание, что мы сейчас с вами выходим из автобуса, желающие, и отправляемся на осмотр нашего дворца земледельцев и небольшой прогулки по набережной. Автобус нас высадит и уедет вперед. Он будет стоять на повороте. Если кто-то вдруг от группы отстанет, то есть через 15-20 минут вы должны быть в автобусе, потому что мы туда придем и поедем уже дальше по маршруту.